Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Я не чувствую любви стороны семьи, наоборот, мне кажется, что они меня ненавидят. Постоянно ищут причину, чтобы придраться к чему-либо или просто наорать. Попытки разговоров не уменьшаются успехом, а даже если люди прислушиваются, то на пару дней. Дальше начинаются те же самые эмоциональные качели. Ну, понимаете, то, что нам кажется, часто является механизмом переноса, то есть проекция. И вполне может быть, что то, о чем вы говорите, это как раз оно. Это механизм проекции. Вот. То есть вы в какой-то степени присваиваете людям то, что, например, ну, можете думать сами о себе, допустим, как вариант. И это один момент. Второй момент. Чем для вас это важно? Ну, то есть у меня сложилось такое впечатление, что вы хотите как будто поменять своих, ну, близких. Вот. Я не думаю, что можно кого-то поменять без его желания. Понимаете? Поэтому вам можно изменить отношение к себе. Здесь. То есть вы меняете отношение к себе, и таким образом вам становится легче. Также можно поднять вопрос о ваших целях. Глобальных целях. Там. То есть сейчас то, что вы описываете, выглядит больше как то, что вы боретесь с, ну вот, со своими родственниками, пытаетесь с ними бороться. Вот. Но оставить свою позицию — это хорошо, но что еще помимо этого вы делаете? То есть, ну, как бы, какие у вас еще ориентиры помимо того, чтобы вот пытаться там переспорить кого-то из близких? Вот. Ну. А главное, зачем? Ну, то есть, вот, вы чего хотите вообще? На эти вопросы нужно
постараться ответить вам, как мне кажется, для того, чтобы лучше понимать, что вам нужно и в каком направлении вам имел бы смысл двигаться. Вот. Ваши отношения с родными, конечно же, нуждаются в проработке, то есть вам нужна помощь, вам нужна психотерапия, вот. Ну, психотерапия отношений, я имею в виду, в данном случае. Вот. И работал с обидами, с ожиданиями. Может быть, с уверенностью в себе, потому что мне, например, вот, как-то показалось, что очень сильно вы зависите от них. Вот. Поймите правильно, мы все зависим, так или иначе, от, ну, других. Это нормально, но мне показалось, что вы как-то слишком зависимы. Вот. Но я могу в данном случае чего-то не знать. Вот. Поэтому предлагаю вам сформулировать ответы на вопросы, которые я вам озвучил здесь. Предлагаю вам начать с этого, а дальше уже выбрать себе, ну, выбрать психолога, да, вот, и начать со специалистом работать. Вот. Так вы, по крайней мере, начнете, ну, реально что-то в своей жизни менять. Вот. Ну, по крайней мере, так это обычно происходит. Так это обычно бывает. И у вас, я думаю, будет так же. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.